У президента Эдгара Ренкевича плотный график. За 2 дня он планирует поговорить со всеми партиями, представленными в Сейме. Первыми с главой страны сегодня встретились представители «Нового единства». От нее и кандидат в премьеры, действующая министр благосостояния Эвика Силыня. Она выступает за широкую коалицию. Мы заинтересованы в том, чтобы эта коалиция была как можно более широкой. Каждая политическая сила представляет свою часть общества, поэтому мы могли бы работать над гораздо более широким спектром общественных интересов. Это важно для правительства. Следующими с президентом встретились политики Союза зеленых и крестьян. У них, похоже, есть шанс войти в состав новой коалиции. Они настроены доброжелательно и заявили, что поддерживают кандидатуру Силыни. Они говорят, что нужно еще договориться о том, что делать. Сегодня мы президента сказали свою позицию, мы поддерживаем. Но в таком случае, если мы договоримся про тех работ, которые новое правительство будет делать. Самое главное не то, что Силыня мы поддерживаем, а самое главное – это работы. Ну и к вопросам к работам, я напомню, мы уже работаем больше, чем 2 месяца. Мы считаем, что мы сможем договориться про главных вещей, которыми будет заниматься новое правительство. Затем Ренкевич встретился с представителями объединенного списка. Здесь лучшим вариантом считают коалицию из 3 партий. Но от более широкой коалиции тоже не отказываются. Не буду рассуждать о вариантах, так как эти разговоры пока в самом начале, фактически это разговор с белого листа. Сначала нужно разобраться с целями, которые необходимо достичь, а чуть позже будет больше ясности, будет ли это существующая модель или она будет в какой-то модификации. Уже завтра президент ждет на разговор представителей национального объединения, прогрессивных, а также за стабильность и Латвии на первом месте. Именно президент выдвигает кандидатуру премьер-министра, если считает, что этот кандидат подходит лучше других и имеет большинство в парламенте. Ну а мы продолжим следить за строительством новой коалиции.